Начальник колонии сидит и говорит: ну что ты, привезла что-нибудь? Ну, в смысле, срок новый. Я говорю: нет, ну я как свидетель ездила. А что там подруга твоя бахвалила? Я говорю: не знаю. И начальник колонии мне говорит: ну, ей 8 лет добавили. А ты сколько с ней работала? Я говорю: ну, немного успели только. Он говорит: ну, повезло тебе, иначе бы сейчас вместе с Бахваловой еще 8 лет заработала. И вот она сейчас выйдет через 8 лет. Старая, страшная, никому не нужная. Это говорит начальник колонии. И ты стоишь, и тебя смотрят сколько? 12. 12 пар глаз. И ты стоишь, хочешь подойти к каждому, плюнуть в морду.